Из свежих находок у нас интересный момент, который считался долгое время утраченным. Благодаря усилиям, как говорится, и внимательности сочинских краеведов, историков, на территории парка «Южная культура» при случайных обстоятельствах, просто всыпавшихся со склона фрагментах на дорожку прохожую, обнаружено определенное количество кирпичей древних 6 века нашей эры, древней керамики. Таким образом, мы установили место, где располагалась древняя базилика 6 века, одна из самых древних христианских сооружений храмовых на территории города Сочи. Да, мне могут непосвященные сказать, что она же была снесена в 70-е годы бульдозером при строительстве водопровода. Но под храмами часто располагались цисты, подземные кельи, где и располагались самое ценное, что могло быть. Яркий пример – храм в Веселом. Да, он был практически весь разрушен, но в подземельях остались и захоронения, и интереснейшие материалы и прочее, что показали буквально раскопки перед самой Олимпиадой. У нас есть в очень хорошем состоянии Ахштырский храм. Там даже своды сохранились. Это, условно говоря, 12 век. Это византийское время. В центре города здесь вот у нас поставлен на официальную охрану государства остаток древней стены, древней крепости, которая была в городе Сочи. Факты уже освещены и подтверждены и признаны ученым сообществом. Сочи, имея такое мощнейшее историко-археологическое наследие, приведя это все в соответствующий вид, могло бы получить в своем бюджете мощнейший дополнительный рычаг, который, естественно, будет в пользу благосостоянию города и страны в целом. Специалисты предлагают использовать найденные артефакты на пользу курорта и организовывать экскурсии к местам древних находок. Мечта же сочинских археологов – доказать гипотезу об античной датировке древней крепости в центре Сочи. По предположительным анализам и предположению довольно-таки объективному, здесь находился древний город еще 2000 лет назад. И чем город Сочи хуже Анапы или Сухума? Берем книжку, написанную «Анапе 2000 лет». Или, например, Сухум-Диаскурия 2500 лет. А Сочи-то чем, говорится, не угодил? Я думаю, в перспективе в наших руках восстановить историческую справедливость относительно нашего родного города. До конца ввести в общий доступный оборот факт древности города, а исходя из этого мы можем развивать более серьезный международный туризм. Потому что, поверьте, итальянцы, приезжающие в Сочи, но они как-то, в общем-то, от того, что вот этой поликлинике 100 лет, ну, этот дом Политиди, это особо их как бы не задевает. А вот факт наличия здесь древнего римского поселения, естественно, сразу вызывает совершенно другое отношение, другой интерес. На данный момент в археологии занимаются исследованиями не только те, кто в траншеи занимается, извините, копает, ищет. Это же все надо дальше довести. Произвести реставрации, реконструкции всего этого, подтвердить это все научно. Задействовано палеоботаника, задействованы петрографические способы, радиоуглеродный анализ. Это целая большая система, работающая от момента находки до момента внедрения. Поэтому на данный момент работы в Сочи, конечно же, очень много.